На этом же заседании обсуждали еще одну льготу на коммунальные услуги для сельских учителей. Тему поднял черлакский депутат и по совместительству сельский учитель Александр Аносов. Он рассказал, что после того, как вместо действовавшей ранее полной компенсации расходов на отопление, педагогам начали выдавать фиксированную сумму 2300 рублей, а многие учителя ежемесячно платят за тепло по 5-7 тысяч рублей. Выиграли лишь те, кто пользуется печным отоплением. По мнению Аносова, пострадал каждый второй педагог, а следовательно, необходимо вернуться к прежнему принципу соцподдержки. Однако понимания у депутатов сельский учитель не встретил. 10 депутатов проголосовало за предложение Аносова, четверо против, остальные 27 парламентариев вовсе воздержались.